О, вот и здесь я. Виноковада. Будем начинать. Так, Андрея помощника сразу. Напоминаю, как делать. Первого босса бьем в центре. Первого босса бьем в центре. Третья пати слева, четвертая справа. По хилам воет в центре. Буревестник, АЦС слева. Подушечка Шокотана справа хилит. Далее появляются два червяка. Сейчас вам поставят метки. Третья пати будет... сейчас поставят метки, скажем. Третья пати... ромб. Четвертая пати трусы. Пятая пати луна. Это... Да, ты танк. Вова, ты в дисе? И на клада. Саш, поставь, пожалуйста. А есть возможность Я вижу одного тебя. из орков из первой группы, где их двое, во вторую группу засунуть орка? Да, сейчас сделаем. Кто там у два орка? А, Там иди, иди. Гавр и Хики. Вова, ты в дисе? Пинаковада. Так, короче, когда выходят червячки, первая пати, ой, третья пати ромб, четвертая трусы, пятая луна. Пинаковада будет танчить у нас в кресту кислотную, уфолог будет танчить огненную. Там сам поставит. Все РДшки прибегают размораживаться в луну. Милики не бегут размораживаться. Дальше, когда черви закапываются бурстим, на этой фазе бурстим, милики не бегут размораживаться. Дальше, когда черви закапываются, все РДшники набирают ренджу. Первая пати миликов бьет слева от босса, вторая справа от босса. Вы по команде тоже разбегаетесь. Также Цесса, наверное, без массакра играем, да? О, Ацесах, молодец. По команде нажмешь Ацеса массакру и бабл, если когда я скажу. И также пинаковада по команде нажмешь массакру бабл. Далее, появляется ледяной рев. Будем все отлетать либо в печеньку, либо в звездочку. Будет зависеть от того, как босс будет стоять. Когда сказали всем подбежать в печеньку, значит все стали в печеньку. Все убираете своих питомцев, обидят все, абсолютно все. Также не жмете копии, не убираете тотемы, когда разгоняется рев. И также, как убегать правильно, не убежите вот так прямо, а убегаете просто либо вправо, либо просто влево. Все. За вырезание будет сразу минус 5к. Если убьем с первого трая, всем плюс 2к на чистку. Ставлю рыбу и буду не знать. Шаманы линкрики. Пивар. Поэтому все стоят пивар, становятся вот в этот пивар. Там, где стоят прям ромбик и звездочка, все, чтобы он врезался туда именно. Слушайте рыбку. Все. Влад, я тебе МКшку. МК закинул. Не забудьте про питомцев. Ты, Егор? Да я вчера питомца за ВК десятки не прогнал, а отпустил на волю. Ты без питомца? Он без питомца был вчера с нами в ВК-10. Он его случайно отпустил на волю. Так, сейчас я тебе дам Вову, возможно. А, кто-то, наверное, Вову замутил пинаковада. Как у тебя ник, Вова? Сидиус 26, да? Вова. Сталкер, Бравл Старс, Ассасин, Киллер, Суперстар, 3-2-2-3-2-2-8. Да, у тебя нет возможности. Сейчас дадим возможность Бля, что, твой пароль от телефона или что, нахуй? Зайди. Или от шкафчика в школе, нахуй. Походу, второй. Кто использует... Так называют, да. Кто использует масло сейчас, ДДшные флажки, и вы танки и сапротики. А на пол в кого? На пол первый пиноклада будет танчить, и потом, в принципе, тоже кислотный, он тоже танчит у него на пол. Пиноклада из стерео оставляет на никотина, на огненный, на кислотный червей. Все, еще раз готовность. Вова, попробуй сказать что-нибудь. Выйди из-за дивка из канала, как бы надо, чтобы ты говорил.
Саня, Сацуна, который, что ты думаешь по поводу палки вот этой и Пети тоже? Ну, у него разбросы рун. Протестить ее надо. Протестить надо, я не знаю, может... Возьми и на манекен встань, все. Вот тебе ясно станет. Тема, так интересно. Скажи что-нибудь, Вова. Раз, два, три, здорово, пацаны. Да. Все, отлично, да. Привет. Здорово. Все готовы, милики все отбежали с центра, начали. Третья патия РДшников слева, четвертая справа, напоминаю. Огонь появляется, сразу же выбегаете. Гоблина под босса. Также, если много стаков огня собрали, просто отбегите больше назад и следите, когда залетит огонь вас. Просто отбегайте. Колизею дальше туда отойдете. Есть так на удали. Кто будет умирать от огня, минус 2К. Тоже. Сразу ПВП. Там, короче, эта девочка... Что? Можешь нажать ИПГП и поставить там, где массовое начисление, написать время и поставить галочку, повторяющую 30 минут. И все, и просто ничего не делать. Оно будет само давать каждые 30 минут по 250 ИП. Ты все равно не первый танец. 5, 4, 3, 2. Стойте, подождите, огонь может появиться. Миленький, все, можете бить. Бурсты на первого босса не тратить, у нас урона до хилища. По гоблинам все играют. На Чернобыле. Чернобыль можешь кастовать под боссом. Насани меня под жоп. Да, и занеси прям под миликов, стоп каст Чернобыль. 4. Играли на Кате. Катя тоже может кастовать. Выбежал. В жопу могу. Прям забеги в миликов. Миликов прям в миликов. Встань что и к боссу. Вот. На никотине. Выбежал. Бревесин. Можете по полу выдавать уже. Этик закинь по уфологу, Санька закинешь по воде, по уфологу. Дальше РДСники по своим меткам. Третья ром, четвертая трусы. И станьте чуть-чуть, прям в метку станьте, чтобы на всех сразу дебаф не полетел. Все, играйте пока по огненной. Потом мотив природы, буревестник с тебя. Дали Геру, играем по кислотной. Дрожали все бурсты свои. Размораживаются РДДшники, в уну все подбегая. Бежали четвертая пати в уну. Прохил. Играем пока по огненной. О, стоп. Набрали ранжу. Она выкопалась уже. Добили. Милики уже бегите, РДшники держите ранжу. Милики не могут бить огненную. Чернобыль не бей, это ж, блядь, ну, я огонь ему на разбору, ёбаный в рот. Блядь, этот, вот. Сами встанете, подушечка сама встанет, не сейчас только.
Дебаф ее. Андрей, поднимешь Войда, Катя, поднимешь Ренессанса, уже поднимай, Катя. Она держит. Ну, ладно, забери босса, Элик разбежали. Пошел дебаф еще один. Шнурки. Так, хорошо, забрали босса. Короче, я тогда шнурки Берви нахуй. Да, Катя Ренессанса. Бер нужны эти дамаг нужны. Фета бил. Подъебал, уйдите, что подъебалом стоите, алло. Отойди, вот лица, второй там тоже. Этот, дайте ребаф шнуркам и ренессансам. Да если прошу забрать, значит забирайте босса, похуй, с дебафом, не с дебафом, блядь. Отведи чуть-чуть, мы в лужу уже начинаем стоять. Смотри, Егор, аккуратно, он аж кормится, он дышит. Надо бурстануть, добить ее. Опа, хуёво. Лёд поставьте. Лёд поставьте и держитесь рядом возле ледяного рёва. Нужно будет сейчас добить огненную. Обязательно. Добили огненную. Меня прикинь, пожалуйста. Фридом. Ну? Что, где Фридом? Таргет не тот был. Сань. Снимаю, я таргет и не тот был босса держал. Падача. Ну чё, так, сколько, 2.5? Пиздец, вы чё, ёбнулись, ну типа, во-первых, типа, Чернобыль. Зачем хуяришь, блядь, печеньку, когда её танчить вообще не было? Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Там дотки, дотки может быть. Дотки. Заходите. Ладно. Этот, кто он? Определенный ебани столик. Да, сейчас. Тут я сюда поставил немножко, поэтому он проехал. Не жалейте припотов, жмите все припоты, пожалуйста, на червяка, на кислотную. Чем быстрее мы убьем, тем легче этот бот убьется. Нажмите на стол еще один человек. Да я согласен, ну честно, типа. Развелся, бля, и нормальные фласки, как у всех были. Масло. Обязательно. Также никотин водюха. А, как выйдет. А, кстати, да, что ты Малику не снял тоже, нахуй. Вдвоем снимаю, нахуй. А у него не прокачан Freedom. Тем более снимаю, нахуй. Прокачан, значит, тогда минус вдвоем. Да он по 50% в каждом, если двое. Ну да, да, здесь справедливо. Сейчас Саньке добавлю. Сань, что ты говорил за никотина, Владюха? Вы на полу закидывали в топ ДПСера. Кто там вышел? Бля, вот это... Подушечка. Я, короче, Жень, какая-то... заходи. Таргета, цель. Ладно, не Жень, Кадама, давай пока сюда вынес, пока так, 4-2, пойдем. Не в танка кидай, а в топ ДПСера закидывай, вон каких-нибудь этих притона какого-нибудь Чернобыля. Когда кислотная выйдет. А все ханты напулят в этого. Засуманьте Кадаму. Все ханты в кого напулят? Инакаладу. Инакаладу. Я стою у портала, ой, у портала ухода. Хорошо. Я не могу войти до занятия. Не-не-не, побьем пока в этого. Так побьем пока в 4, этот, в 4 хила. Я в Петруху напулю, он тоже нормальный. Да, да, ну, ведь они не так, зачем надо было мне заходить? Ребят, вы говорите, заходите, надо на городе тоже заходить. Чего я буду прыгать туда-сюда? Женька, я сказал заходи, а потом сразу же сказал не заходи. Не слышал, я сказал заходи, когда мы, Женька, заходите, я слышал, все. Че, блядь, мальчик, что он прыгает? Извини, я сказал, Женька, я сказал, Женя, заходи, а потом сказал, когда мы вместо Жени. Ой, блядь, не начинайте вот этот детский сад, вы че, ты надо, ну, с другого, блядь, этажа бежал или че, ну, типа. Да. Ну, я девочка думал, маленькая, нахуй. Так, ты че там, не проснулся, блядь, не пойму. Вот так. Я всех разбужу, блядь. Все, баста, пожалуйста. А че мне Дон пишет, что я без настоя, блядь? Настой силы титана. Это
Ну, бойчика он багнутый. Он наебывает тебя. Добро пожаловать, герой. Все, поехали. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Не жалейте, Ник, пожалуйста, припотый. На кислотную. Никотин, будешь на пол кидать в Чернобыль, а ПС-ку Войд в Притона. Потом всегда закидывай. А Гавр, ой, Вадюха, ты Притона закидывай. На пол. Это когда кислотная выходит. У нас приплоды только при 200 человек. 10 человек только пьют приплоды, понял, да? И два из них только два приплода выпили. Скажем так, ну мне нет смысла пить один припод, потому что я почти не дамажу на первом боссе. А вот на кислотную всегда пью. Ну сейчас будем просто минусовать эту кусыню. Так, надо Сацуны вернуть. 250 он вернул. Тебя выбежала? Не стой рядом с хантом, Катя. Ты можешь двигаться, а ему он, когда двигается, урон теряет. На Чернобыле. Может, топ-кат в Чернобыль. Можешь кастовать? Ренессанс. Так, БР 2 КД, да? Выбежал с огня. По СС-ам Притон, как будет, убьем. Закастуешь на АЦС-а один. Второй на Войда. Чернобыль на Войда. Притон на АЦС. Как я не сам за босса побежал, вот и бот. Так, топор. И стыд. Выбежал. Все надо. Войд после убийства босса запустишь гимн ману. Там древесника у Кати мало ману. Плюс РЖДшки. Ну и на рекорд пока сам. Вон, магов мало ману. Тоже восстановили. Вон, ты можешь Иннер мне отдать, Кать, свой первый. Хотя уже не надо. Не... Все, не надо. Уже восстановили ману, полную ману. Дали Геру. Припота нажали на все. Играли по кислотной. Скоро харчок будет. Пошел в мини. Вот там он залетел. Мне не показал, кого зовут. Сейчас показала. В луну подбежали с харчком все. На разморозку. Сейчас после разморозит. Вова, просто напрямую поведешь босса в огненную. Чешую. Она в луже. Забирай ее и веди прям в огненную. Веди в огненную. Добили ее. РДДшники потом сразу раньше уже можете набирать. Набрали раньше. Милики тоже готовьтесь раньше набирать. Все, разбежались лучше. Набрали ренджу, ждем харчка. АЦСа готовь массакру и бабу. Полетел харчок. Еще не летит ничего. Не вижу. Еще нет. Летит, еще рояль. Войд. Бразмай АЦСа, массакра бабу. Красавчик. Да-да-да, поднимешь, подожди, куда? Может быть второй крючок, ребят. Да, отлично. Идите под щит Альянса ее. Или хотя сколько там у меня процентов КП можно даже здесь добить? 55. Давайте здесь добьем, нормально. Инхлан, Санчо. Санчо. Блять, я в тебя напулил.
Ничего страшного. Только разверни пиноклада, чтобы и все отбегите с левой стороны, там она в конусу дышит. Дердешники сзади бейте, милики сбоку. Ренессанса Катя сразу поднимаешь, сразу его рыба. Лужа. Никотин с лужей. Надеюсь, лужа. Дух с лужей. Блядь, у меня есть лужа, нихуя. Тихо-тихо! Поднимешь, Андрей, водюху, о, потом, когда будет возможно. Блядь, забирай босса, иди босса забирай. Когда? Там у тебя босса, нахуй. Забирай босса. Забирай босса, бежим все в звездочку. В звездочки. Забери спейсы. Звездочку подбежали, все в звездочку стали, ребахте все в водюху и ренессанса. Да кто там сморкается? Стали все в звездочку, петов убрали уже, пиноколаду поднять. Кто не разбежится, тот лохара полный. Право-лево. Направо. Петов тоже есть, смотрите, чтоб не было. Хорошо, дали Геру по Владюхе и Ренессансу. Андрей, сейчас танчи ты. Забери, ты умеешь отводить, чтоб мы бить могли, то иногда багается. Станьте опять за все в звездочку. Бейте босса. Та же самая, разбежаться всего три раза осталось. Босс умирает. Право-лево. Смотрите аккуратно, Катя за пиваром. Хорошо, молодец. Что непонятно в звездочку стать? Тихо. Просто. Катя, ты не в пиваре была, вот поэтому не так и произошло. Ну я-то нормально. Ладно, тихо. Станьте все, вот есть уже время встать в пивар. Прижмитесь в него. Все прям. Почему фронтап это случайно есть тут? Вот опять, два человека Кадама и никто один не говорил. Убегающий вправо, те два человека. И остальные влево, вправо. У меня сейчас камера, блядь, в другую сторону развернулась. Сама. Я тебе потом гайд расскажу. Хорошо. Время есть в пилар забежать. Все в пилар. Тут прям метка стоит, но непонятно, встать тупо в метку. Во время прыжка, чтобы все в метке стояли, все как один. Вот, Хан, чё ты... И все равно не в метке. Разбежались. Саня, готовь бабл, если что. Поздно сказал. Вадим, готовь ты бабл, если что, фридомом снять. Пиноколада, жми мэйдэкс баунт, уже жми. Вадим, все, добиваем. Дал тебе зубы. Все нормально, добивайте. Добили, молодцы. А это, извиняюсь за тупость, это что сейчас за ваншот был? Берса. Это уже Берса? Больше стал, ты не заметил? Жестко, ну да. Бля, киньте сум, пожалуйста, я. Сейчас Женька, ты по-любому заходит в мейн, потому что нужно 5 хилов. Кадама пока на замену, с этого босса пароль. Женька, мейн. Что он в личку пишет по тексту? Как? Плюс они в рейд, кто там камера у кого развернулась, я тебе объясню. Да. Я отниму. Андрей, возьми, пожалуйста, этот ответственный за добычу себя, блин. Я ИП-кой займусь. Да, у Егор просто сидел на столе, повернулся в другую сторону, и все. Да не-не, все нормально, я умею, здесь шарю, понимаю. Просто что говорю, я пока переключал, короче, стаю. Двойным кликом мышки побежал. Ты понимаешь, человеку очень хочется кому-то что-то рассказать. Да пускай рассказывает, почему? Без проблем. Вообще, похуй, я послушаю. Так, сейчас понял. Пацаны, вернуть 250. Плюс 1250.
А что там по АЦСу, нахуй? Где минус? Сейчас. Сейчас я дам. АЦСа минус 5, да. И... Нет, очень ничего. И минус 1000 еще Ренессанс Владюха. Киньте сум, пожалуйста. Стрелы закончились. Я, блядь, забыл про них, нахуй. Ты что, добивал палкой, да? Не-не-не, 200 стрел осталось. А, ну это, Чернобыль при том, поставьте шкаф. Все, всем все начислил. А, подожди, Ренессансу дал, да? Нет, не дал Ренессансу. Сейчас еще минус Ренессанс. Так. Блядь. Поставьте почту, пожалуйста, инженеры, по-братски. Я поставлю. Смойте всех. Оставшихся. Так, теперь, Андрюха, поставь, пожалуйста, крест. Метку. А, блядь, у нас ПСовые. Большая просьба, если никому ничего не надо с босса, если такие есть, дайте место, пожалуйста. Это Кадама говорит. Лук очень нужен. А он с какого босса лук? Он вот с этого. Есть? Есть те, кому не надо ничего с этого босса? Одного босса. Плюс РДДшник один добавится. Милик. Могу я. Не, Сань, ты по-любому останешь. Надо. Давайте Гавар выйдет. Лоу ДПС равно смотреть. Все, Гавар, давай на заменку пока. Угу. Тогда мы один в 5 в рейд. Так, ставлю рыбу. Спасибо. Теперь по тактике. По тактике. Сейчас вам поставят крест. Вокруг креста РДшники по 2 человека. Рендж 10 метров держите, становитесь. Бурсты на босса не тратите. Будет появляться портал, свищитесь сразу в портал. Также будет появляться крест-череп. Крест выносим, череп прокиливаем. Свичаемся в портал, убиваем через бурсты. Дальше будет появляться этот пенек. На первый пенек дадим герл. На первый пенек дадим герл, на второй будем бомжей давать. И на первый пенек еще троянский даст бомжей. Также у кого откатится бурсты, отставляете на пенек. Тогда приоритет залить пенек, потом залить мобов. Также, на кого вешается череп, и видите, у вас мало ХП, милики, отбегаете, чтобы вас прохилили, обязательно. Такой момент. Такой момент. На второй уже пенек оставляете все свои бурсты. И два будет этих. Двое бомжей. Также будут на боссе появляться стаки, все шаманы, все маги, все присты и так далее. Все запоминаете босса и снимаете стаки. Ну что там, скоро подаван вообще? Или нет? Дайте приставать. Давайте меня к танку, к щиту киньте, чтобы от тотем поставил. Подбежал потом. Нет, не подводи его сейчас босса к порталу, просто танчи его все время на одном месте. Тупо на одном месте все время танчи. Саш, у него там 30% у Малча, и их сжали эти големы. Так что не знаю. Ладно. Ну, сейчас им 5, минус 5, нет. Минус 5 в любом случае. Смотри, если на этом боссе мы не слабнем, мы не вайбнемся, то, скорее всего, он на следующего придет, но не факт. Все, ладно, кушайте рыбу, будем запускать босса. Дайте рыба в присты. А кого нету? Подаван спрашивает. Напомни мне, с какой я стороны стою, Саша? Здесь все стоят с одной стороны, вокруг креста станьте, вокруг креста, по 2 человека. Рендж 10 метров. Вот сейчас есть время, просто рассредоточьтесь по 2 человека. И держите. Че, я тогда давай сразу сову, буду соло танчить постоянно. Да, давай сову урон увеличишь. Давай с тобой рядом сову, Андрей. Ну, убегай. У нас нет ни совы, ни совы. Грозный, блядь, парень. Мраза. Женя, я на финишную прямую вышел, кстати. А? Я на финишную прямую вышел. Уфолок, не забудь шмотки сменить, пожалуйста. Да-да-да. Эй, я запускаю просто. Не помню, сказал, ну ладно. Успеешь переодеться? Андрей. А. Запускаю. Успеешь, говорю, пожрать.
Ой, Андрей, ты сказал, вышел на финишную прямую? Да. На финишную прямую вышел, да. Также РДДшники вас касается. Когда появляются големы, вы немножко отбегаете назад. Сразу, блядь, поймите, короче, будут появляться, блядь, пенек. Во-первых, слышали, во-вторых, стоит вас голема, бежали нам. Сейчас будем отследовать, кто бурсты отдает сразу, а не в пенька будет отдавать бурсты. Тоже будем за такую хуйню минусовать, поэтому давайте, вставляйте бурсты на големов. РДДшники, опять же, касается вас, големам близко не подходите, чтобы вас почти не нужно было. Короче, я еще такое скажу. Милики, смотрите, за 5 секунд до пенька вы уже идете от босса, ждете пенек нахуй. И войд, зубы закинешь сразу в пике, закинешь зубы сразу в пике при появлении пенька. А есть смысл вот город пустан давать? Просто все дают, а я что-то не знаю, надо или нет? Смысла нет. Нету смысла. Тупо тратишь ЭКД или что там. Приготовились. На пулы сейчас первые отдаете в пинаколаду. Также во время пеньков вы на пулы можете никотин тоже в ДДшников отдавать. Притона Чернобыля. А под конец сбивает. Пинаколада сам позбивает косты. Никотин на пацеи. Скоро ворота появятся. Приготовились. Играли по воротам. Потом сразу с бабой играем. Чернобыля прохил. Смотри, файт слил. Бухой выбежал. Бухой выбежал. Играли по бабам. Скоро будут стаки на босте приготовились. Стаки скоро будут. Стаки сняли все. Справа выносите огонь. Справа, блядь. Доиграли по бабе. Мне Ниссанса прохил. Все, бруксты оставляем. На первую дадим Геру. На первый пенек. На втором бурсте? И бурсты, и Геру отдавай. Кача. Бурс на каждый пенек. Да, бурс на каждый пенек, там, примерно 2 минуты. Через Троянский кастуй уже, бомжей. Бойчика проходил. Если уже, выходите. Кастуй Геру. Стаки сняли. Сыграли по пеньку. Милики, Ацеса, Массакра, бабл. РДДшники разбежались. Милики, по големам добежали. Кадама выбежал. Команда есть, кстати, у самого? Ребафните шамана. Войд, закастуй гимноману. Андрей, отдай инер по Жене. По скиллине. Тотем кто-то ебанет на ману. Тотем поставьте тоже. Сатсуны прохил, стаки на боссе, все сняли. Все, кто могут, сразу же. Еще быстрее. Галина, выбеги быстрее. Все, бурсты уже не тратятся. Через минуту еще одни галины будут. Каст. Поворотом сыграли. Сацуна прохил. Касту босса! Блять. Вова. Никотин, оставайся на подсейве, когда ворот пробляются. Стаки у босса. Сняли. Быстрее. Через 30 секунд големы. Проживаем их, убиваем босса. Биг Бен Бума прохил. Ребафнится его. На следующих големах айсбаунд от тебя, Вова, будет. И гимна хп войд от тебя. Уфовок выбежал. Големы через 13 секунд бухой кастовать начинает бомжей. Вова тоже может кастовать. Кадама прохил. Скоро стаки у босса и Милька, заливаем. Пошли. Стаки с босса. Кастуй гимна хп, массакра, мастера урный огонь, айсбаунд,
и играем по перекупке. Милики разбежались, у кого ОХП. У кого ОХП разбежались. Катя, подними Егора. Капанила. Мак выбежал. Войда прохилься. Войда прохилься. Свободный инер, Катя. А, уже дали, блин. Катя, не давай просто. У тебя же почти полная мана. Ну вот, она восполнилась недавно. Мана, Илюха, освободиться инер, сразу по Андрею залью. Ой, по Андрею, по Жене. Мага прохильте определенно и стаки сними. Вадюха выбежал, либо кош нажми. Да, добиваем бот. Кошки, кошки. Каст. Играли по воротам, добьем каст у босса. Каст я сбил, когда мы прохил. Сыграли по воротам и добили босса. По бабам уже не нужно будет играть. Ренессанс выбежал. Таки у босса. Быстрее, быстрее, быстрее все. Ну, помогаем. Хорошо. Пока бойчика прокил. Женя полностью по мане сел. Добили босса. Ну, молодцы. Добили босса, разбежали все от счета Альянса. О, Триня. О. Град? Кому-то? Не, за нее меньше дадут. Тут она вроде только двоим нужна. Даже одному. Нет, двоим. Троим. У Цесса есть, у меня есть. А, еще Буревестник, у него вроде гев, нет? Галин, твоя просьба же была всем отдавать бурсты в этого, в големов. Не знаю, тебе может быть макрос пропиться, на этот раз, ладно, я еще прощу. В следующий раз должна будешь это подправить. Саша, он освободился. Саня. Он заходит, пусть заходит, да. Комбо-троги можно будет в следующий раз не отдавать на големов бурсты, потому что я прожимаю выброс адреналина у меня, чтобы, ну, рага регенилась, и они начинают кастовать, мне приходится от них съебываться, и бурст получается вообще в молоко уходит. Неважно, неважно, ты хоть что-то подаешь, здесь урон именно в гремах важен, ты хоть что-то больше урона даешь, уже помогаешь людям, то есть вот сейчас видишь, тебе дали бурсты плюс-минус, и все люди выжили, а так все вздыхают, сейчас под аван зайдет, Гавард. Гавр, давай, когда мы пока назовем. Давайте, кто там будет там щитом, давайте меня к нему кидайте, я поставлю тотем. Сайс, лечи. Сайс, иди, ставлю портал в Даларан, лечи, делай там. И эти потанки, знаю, Сайс. Все, Петя. Петя больше бьет. Стас, я против тебя ничего не имею, если что. Нет, тут... Нет, это пускай бьет. Нет, тут... Ага, сейчас добавлю. Вопрос у Пети. Ну, нормально. У него ДПС больше. Давай какая, я сюда. Какая разница, здесь все равно полноценный ДПС, ты не... Все, нормально, Стас, оставайся, нормально. Петя, пока не сказал. На замене там будет? Пока, пусть посидит на замене, ему все равно шмотки не нужны. На Нуба зайдет. Нет, Вадим, прыгни в тела, Сосуны останься в ДДшнике. Че, яд на антихил будем мазать? Нет, у нас хандов много. Окей. Гавр. Да. Гавр. Кого я добрал? Так, может, на замену. Да. А можно я в рейде посижу, я с дискорда выйду? Не, мы сейчас здорово. Скажем. Да, конечно, можно, все. Вадюха, здорово. Привет. Блять, на сегодня рейд прям для убийства, блять, Ануба. Точно. Было бы 50-50. Ага. Ну, во всем виноваты Понятно. Слова. Все, спокойно. Так. Короче, танчит у нас Петя, хилит его Ацесса и Майлик. Ацесса, ты идешь и стоишь прямо в Майлике. Если два СС откатилось, залейте один СС на... Давай, притон, ты на Ацесса, Чернобыль на Майлика. Далее, по контролям. Будем мы начинать с правой стороны. Первый грипает бухой.
после Бухова Пинаколада, третий гриппает Троян. Будем играть по черепу. Паша Спирит, ты на диспеле. Если что. Всегда приоритетом. Можешь, ну, как бы бьешь босса, но приоритет диспел тебя. Так. Далее. По контролям. Печень. Вот печеньку потом. Печенька не самый важный контроль. А, подождите. Нет, ребят, мы не будем ни справа бить. Тут миликов много. Побежали все налево. Череп переставлю, там меньше миликов стоит. Вот, будем играть. Не, по черепу. Доставайте сразу Локи Суккуб. Нужно будет обязательно законтролить квадрат, трусы и печеньку. Теперь по контролям. Запоминаете трусы. Первые трусы контролит уфолог. После уфолога контролит притон. После уфолога контролит притон пером. И после притона контролит бойчик. Дальше. По квадрату. Первый контролит Чернобыль. Квадрат. На него Суккубу отправишь. После Чернобыля контролит определенно маг. И после определенно контролит Катя Ашокатана. Также запомни еще Биг Бен. Бум. Тоже квадрат. Теперь печенька. Печеньке будет закидывать кек. Запоминай, Паша Спирит первый. И пока свободен контроль от Чернобыля. Чернобыля тоже будет закидывать печеньку. И притон тоже под контролем. Так. По возможности. Слушай, а я что, трусы первый контроль или что? Да. Так, мне не выгодно. Первый... Проще Суккубу сперва поставить, потому что он будет на рыже стоять. Не надо будет подойти сильно близко. Я думал, Суккубу на хилов отправить. Мы в прошлый раз так били. Да, хилы эти бомжи ебаные нахуй. Ну давай, давай, ладно, поменяем. Так, притон или Чернобыль, представите, кто из вас контролил трусы. Притон. Притон, ты тогда отправляешь Суккубу на трусы, только не сразу отправляй, отправляй их по команде. Потом контролит уфолог, последний бойчик. То же самое на квадрат. Отправляет Суккубу Чернобыль, после Чернобыля контролит маг определенно, после определенно Катя контролит. Также команда Биг Бен, тоже запомни квадрат. Паша Спирит, запомни печеньку, будешь печеньку подконтроливать. Теперь по мимосферам. Если к нам подбежали милики, там, хилы и так далее, первый дает мосфер шнурки, потом гавр, после гавра сайц. А у Ешки все стопаете, смотрите, касается хантов, это никаких взрывных трап и так далее. Под нами всегда каток должен быть. Все, рыба у всех, по-моему, есть готовность на пул. Геру, Гера как раз откатилась, Геру с пула. Все в квадрат отойдите. Бухой первый гриппает. Секунду, Пит, ты где будешь? В луне держать, да, их? Ну, нет. Ну, хотя бы там, за воротами чуть-чуть. Вот сюда ставь и все. Вот в мужика ставь и все. Владюха, что не хватает? Все, все, хорошо, я здесь, да-да-да. Все, давайте, ребята, я отбежал пулять. Все, все готовы, даю ДБМ пул. Квадрат станет, если хули вы там выставились. Всех квадрат стать. Ой, бухой, рано-рано. Крест надо законтролить, будет гриппой. Полы бабу. Крест, череп, бельгеру. Играем по черепу, как крест законтрольте. Бурсим. Ребят, один из шаманов, поставьте здесь тотем от ядов, от природы, все дела, поставьте тотемы разные. Там замедление, бля, поставьте. Элимы, которые окутывающий. Квадрат за контролем. Первый отдал контроль. По черепу доиграли. Крест за контроль. Меня рога ебанул. Рога-рога, Ивана, смешно. Ты его лицом потанчишь. Квадрат продлить контроль. Срались. Да все, вот. Короче. Кайтить надо все. Да. Я трусы продлили. Я шокол возьму. Пытаемся кайтить. Бьем все по квадрату, все бьем. И остальных миликов кайтим.
Лицом не танчите миликов. Бьем квадрат. Отводи, я ему сан дам. Смотрите, не отходи. Крепните квадрат. Все, отходите, отбегай далеко от него, далеко трусы, отбегай. Трусы продлите. Егор, дай трапу в трусы, он тебя хуярит. Да все, сейчас, я отводил дикея. Тебе забрал. Следующего, тот, за кем бегает вар, аккуратно подойди на 20 метров от меня. Мана, крепните еще разок, пожалуйста, что он, блядь, делает? Там ловушка кидается от ханта. Право, от Т4. Сбивает контроль. Я что, блядь, ненавижу их. Наделывали говна этого. По квадрату трусы играем. Трусы продлите. И ДК, кидайте оковы. Дикей, просто ко мне беги, потом вырубишь власть льда. Сидят пока под нечисть. Все въебите тогда замедление, ребята. Шаманы. Фотка. Трусы продлите. Чайнику за контролем. Дай мы здесь пол. Я не слышу из-за пуда. Притону дай бы. Ребят, у них шаман на фрикасте стоит и захиливает квадрат. Это нормально, ничего страшного. Блять, уже этот был. Все, власть льда пробовать. Ладно, упадите. Упадите. Быстрее упадем, если будете. Первый, блядь, вы заебали вот этот прыгать, скакать. Стали, блядь, в квадрат, ужались в стенку. Это первый, нахуй. Я не знаю, за это вообще стену нас всех минусует. Кто даже не пьет припод на броню, тому тоже минусует. Вы что, ебанулись, нахуй? Ну, типа, ведете себя как дурачки, нахуй, не знаю. И сразу дать надо 2 эсэса по, блядь, хэпалам. Вадим, нажми еще броню и нажмешь мастер аур на броню себе. Плюс нажми припод на броню. Я нажимал мастер аур на броню. Или ты хэпалу говоришь? Не, я про хэпалу говорю. Ну видишь, на песню все сорвались. Рано гриппы. Да ну, не, ладно. На палу сорвались сначала. Смотри, когда палы фуловые, они с меня не срываются. Когда палы просаженные, на них вся банда пошла. Миники начали срываться на хапалах. Ну, хапалах побежали на вас. Ничего страшного. Смотрите, ханты со своими этими трапами, блядь, контроля задолбали сбивать. Тут читы не снимают. Даю. Также все нажмите просто армор и так далее. Сейчас. Это было больше брони. Сейчас рыбу поставлю. Давай, Андрей, сейчас таким хилов штуку подправим, мы будем через сферы контроль. Так хоть какой-то контроль для на хилов будет, как в прошлый раз сделаем. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Герои во имя вашего короля. И вас просят стать в метку. Что сложно стать всем в метку? Один человек только становится, который гриппает в другое место и все. Играем, перебегаем на другую сторону. Играем по черепу. То же самое, те же люди, которые контролировали квадрат, запоминают квадрат. И те же люди, которые контролировали трусы, контролят трусы. Печеньку Паш Спирит запомни. Чернобыль изгонишь, когда подбежит луна. Кубу отправишь на ром. Притон Сукубу свою отправишь на звездочку. Еще раз по контролям. Квадрат. Первый Чернобыль, когда подбежит к нам, потом определенно, и последняя Шокотана. Обязательно должен быть законтрольный квадрат. По трусам уфолог первый, потом квадрат. Квадрат и трусы. Квадрат.
Ну, я, блядь, могу проебаться, извиняюсь. Квадрат, ладно, напоминаю заново. Квадрат первый контролит. Квадрат первый контролит. Уфолог. Потом Чернобыль. Потом бойчик. Трусы. Трусы. Трусы, притон первый. Потом определенная, последняя, Шокотана. Также Чернобыль. Ты свою суккубу отправляешь на ромб. Притон отправляет свою суккубу на звезду. Теперь понятно? Контроль через сфер, я имел в виду. Все, готовность. Ваша спирит, запомни печеньку. Дарт Ликс. Все, все готовы. Отойдите все в квадрат. Добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Иди гриппой. Ухой. Вон, побегут сейчас сами. Геру отдали. Диспо. Диспел, мазичку удачи. Не прохил, не прохил. Все медленно на нас бежит, всем помпец, да. Шоколад взял. Санька, прыгни ты тоже, наверное, в этого тела. Падаем, да? А? Падаем. Да. Да-да, ты сейчас мне больше времени потратил. У меня такое чувство, что люди вообще не понимают, ну, где каток сразу, где, блядь, продление контроля. Вы, блядь, запомнили, ты берете свои или нет? Сейчас еще раз пройдемся, видимо, нет. Сейчас нормально, кстати, что было в начале, вообще очень даже хорошо. Процессор, оставайся стилить с нами рейд, Санька пойдет с моей битвы. Так проблема не в АЦСу вообще сейчас, проблема в том, что они срываются и убивают их там. Ну вот чекни, я скинул информацию о смерти, 18-15, три плюхи, ну, у меня бабл пропал, и они мне три плюхи влепили. Там не проблема в паладинах, там проблема в том, что вот я один вышел, который вышел про контроль, все. Остальные все похуй. Один я трусы контролю. Мы прохиливаем спокойно. Я трусы тоже контролю. Надо 3 минуты подождать, чтобы подкрыть. Хорошо. Хорошо, сейчас все равно пока рыбу. Заходите, ищите рыбу, выпускаем. Так я спекаюсь или не спекаюсь? Лучше спекайся. Спекайся стану. Я тоже тебе доверяю. Полторы минуты. Иди, Саня, тоже к ним. Нас урона более чем достаточно. Тогда точно сразу. Нас не урон. Ну, типа... Ладно. Там просто срываются не милики, а срываются РДДшники. Я могу стать милики еще дальше и хилить хэпалов, как идея. Вот как вариант, как вариант. Этот, ну, давай, давай. Танка они держат, я не знаю, 3 хэпала это уж слишком много. Там достаточно, блядь, тотем на снятие ядов, нахуй. Тотем антифир, нахуй, и 2 хэпала, все. Просто хэпалы умирают. Да я знаю, сейчас. Ну, главное убить. Способ, как мы это убьем, это уже не столь важно. Так, будем бить по черепу сейчас. Опять же, те же самые люди контролят квадрат, той же последовательности. Напоминаю опять, уфолог, Чернобыль и последний бойчик. Следующий, трусы, контролит первый притон, потом определенно, потом Катя ты. И печенька. Печенька Паша спилит. По суккубам. На ромб одну суккубу. Чернобыль с тебя. На звездочку притон. Все, побежали на ту сторону.
58 секунд. Да, скажешь, надо потом. Ладно, минус на ДНК. О, отлично, Ларс Крайо. Тело стало не полутаю, больше шансов на выжить. Также видите, у нас милики срываются, бегут, не только милики, там бежит на нас пачка. Сайз взял, подбежал немножко ближе, но только не забегая вот, вот за эту линию, вот, вот здесь. Подбежали к нам, подбежал, Масфир отдал. Он Гавр подбегал, потом что ты. Я даю, я же смотрю. Угу. Главное законтролить трусы и квадрат. Две приоритетные цели, все остальные на остальных всех похер. Две цели всего законтролить, одну грипнуть, убить. Жажда крови, буревестник. Ну дашь не ты, Паша Спирит даст Герн. Или Скибиди. Скибиди первый даст Герн. По СС-ам, если откатились СС-ы, Притон на Майлика, Чернобыль на ЦС-а залил. Все готов. Есть СС-ы? Пойдите залейте в них. Слушай, я туда влечу. Подожди-ка. Санька, да, можешь стоять чуть-чуть близок к нам, тогда и реально прохиливать хапало. Хоть одного прохилить, и все. И помогай нас хилить, и все. Будет нормально. Окей. Андрюха? Троянский? Второй Андрюха. Все, все готовы? Четыре, три, два, один. Давай, грипай, грипай трусы. Все, кто контролирует трусы, запомните череп. Блять, сорвали. Нормально, череп грипнули, хорошо. Я не понимаю, блять, мне играем по черепу. Трусы первые. Мальтиспелл по противнику, они все под герой, блядь. Опять хики. Квадрат за контрольчик. Шокола возьму. Квадрат продлить, у меня КД на квадрат. Трусы кастует. За контрольчик, трусы, Катя. Да. Где, блядь, катки, нахуй? Где феры? Вы чё, ну ебанулись или чё, нахуй? Каток, я рогу заморозил. Кого дальше? Кого дальше? Играйте дальше квадраты по квадрату. Да. Играйте, трусы контролите, трусы печенька контролите. Миликов кайтите. Отдай С, отдай БР. Отдай БР по притону. Кто сразу я или кто БР? Ты можешь мне отдать, Катя отдай по притону. Сейчас я выйду сразу. С подушки. Прохильте, прохильте только сразу. Не успели мы его прохилить. Ну это, блядь, уже... Трусы продлите. Какой нахрен морби наклада? Трусы продлите. Сейчас прохиксуем. Там дота, к сожалению, не могу. Да не сбивай, кто какой хан стреляет. Блять, что за хан стреляет? Прицельный выстрел вон, укус Корпида висит, ёб твою мать. Я ему пушку выбиваю по КД. Да контроля не было после ветерков, ни одного. Ты ж всех сейчас сбил, Егор. Всё, контрольте то все. Егор! Тихо, ребят. Я как-то не судьбишь, не могу сказать. У нас же ДК бьют. Почему ДК в тарге такого не кидает? Охерячит ЛПшкой. Да ладно, тихо. Видишь, Умаковы? Тихо. Короче, Никотин, сядь на Антара. Есть. Вар пройдет. Сейчас я Вара приморожу. А Владюха, сядь, короче, на Вилану. На Вилану? Да. Так, Инар залей по буревестнику, Андрюха. Войд гимноману закастуй.
Пока что, пока есть время. Трусы там продлите, трусы кончают. Мажи дисплей по рейду. Дисплей точечный. Точечный дисплей по квадрат. Ваша дисплей тупо квадрат. Спиль. Печень, луну изгони, Чернобыль. Трусы продлите фером или чем-нибудь. Мастер, дайте пачку нахуй. Я сейчас кекс закину. Только не сбейте его. У меня фирка, да. А вот дальше? Дальше, дальше. По трусам дальше играем. Печеньку контроль. Ну квадрат, блядь, еще не добили нахуй. 300 тысяч. Квадрат добить? Потом по трусам. По трусам играем. Так, свободный инер, Катя, залей по буревестнику. Все, кто контролил трусы, блядь, контролят самого. Печеньку еще помогите контролить. Печеньку Андрейке тоже помоги. Изгоните луну. Бать, меня ДКшник хочет просто. Дерево забаньте. Дерево забаньте кто-то. Саш, погоди, сейчас я добегу, сейчас еще помогу, ой, блин. Чернобыль, забань дерево по возможности. Давайте на контроль по печеньке. Печеньку скоро нужно будет продлить. Ой, блядь, ДКшник грифник. Печеньку последний кекс. Все, у меня уже никогда не могу в диминишн. Ты в мои эфиры сдаешь печеньку. Он эфиры, ветер ты, бля. Поставил череп. Самого, да, какой-нибудь контрольчик? Кто контролил трусы раньше? Я пеньку за контроль. Экс отдал. Дальше играем по печеньке. Диспел трусы. Нужно будет Андрей Минер как откатится, залей по буревестнику. Боб с Виланой диспелит-то. Играйте по печеньке сейчас. Печеньку играем дальше. Печеньку. Череп контролем. Косты сбивайте печеньки, пожалуйста. Я самому сейчас хекс дам. Не сбейте контроль самому. Кто-то уже сбил. Опять сбили. Не уешьте, ребят. Все, диминишинг на Грамбе ромб за контроль. Уебал криток. Чернобыль, по возможности изгони луну. Каток под рейд обновит. Стоит. Физики, где ДПС? Да не бейте вы звездочку и ромб, ё-моё, кто все бьет? Почему 5 ядов висит на ромб? Я звездочку бью, потому что я вешу на ней, все хилы ёбаные сбиваю ему, блять, проебал из-за вас. Меня же сами посадили на эту хуйтень. Да, эти зим на муно. Куда? Зим на муно. Жертвал. Хотя, дай инер по войду. Найду эту нежить. Дальше в ромб играем. По черепу. Хотя давайте в ромб. Все. Череп по контролю. Хила меньше будет. Давай. Изгони Чернобыль по возможности луну. По череп раскайтесь.
сейчас звездочку. Каток поставьте. Блять, а мой без реплика, короче, форсмага, да, охуенно. Mm-hmm. Да, я уже, короче, чувствую это в полном объеме. Ну, я ладошками ебашу, он, блядь. Есть фини жару кто-нибудь на него. Я тоже ладошками. Лапками. Ну, хули делать, да. На ромбик подвесьте синюю жагу. Подпили. Куда их подводишь? Тише, тише. Я полностью без маны. Пойду тоже ладошкой видеть. Я ебал, короче. Андрюха, залей иннер по буревестнику. Оу. Бойчик сложил. Классно. Я почему лицом танкуюсь? Не, там просто его почти шотнуло. Не, бочка шотнула, я видел. Там люди стоят. Там что-то... Да, не все стоят, им похуй, не двигают даже жопами. Ну, не все, но некоторые. Да не сбивайте вы контроль, ёб твою медь. Ну, огненный шок, жертвенный огонь, какого хрена на черепа? Кого? Сейчас череп. Давайте череп. По черепу, да, чтобы мы больше не падали. Блять, сюда надо ухуд. Андрюха, залей иннер. В принципе, надо по какому-нибудь РДДшнику уже заливать. Залей мне. Нихуя себе. Заливай себе, будь жадным. Так, короче, это. От косаря ставишь, кому иннер нахуй? Бойчику, только поднять его надо сразу. Я не забываю, еще мой иннер есть через 40 секунд. А я хапал. Чернобыль, не психуй. Так, у меня сейчас есть... По-доброму. Ну, косарь, золото, кто первый, кто больше. Ты за ЕП свое давай уже. Так, интересно. Короче, там... давай поменяемся этими, ладно, персами. Я заебался с рогатом за. Танцуй. Тебе неплохо получается. Дальше по звездочке играем. Дальше туманы. А ты знаешь, Саш, почему в дикине может дамажить ДКшку своей? Потому что он его не качал, блять. Он наполовину мой персонаж. Это залей. Ну, надеюсь, что я найду тебя во всех этих людях. Кого? Кого? На хиллбот, нет? А у меня на хиллбот не стоит. А таргет? У меня тоже на хиллбот не стоит. У меня на вуду стоит. Где ты там бегаешь? А у меня на женщин. Да, прыгаю, ну так такое себе тоже так искать. Мне надо с этим гаджетом это делать. Вон, прыгай. Я ставил на третью кнопку мыши. Или у меня и так кнопки уже заняты все, ну его нафиг. Ну, это сложная участь скилла сложная. Петь, не оставайся в танке. Надо панельку просто поставить. А чё у вас подушечка отвалилась? Идти надо было. И сказала? Что-то один трай, блядь, и ушла. Сейчас идти время. Надо было. Сейчас времени. Ну, увы, значит, не судьба. Судьба. Это так же, как я, глаз магика увидеть на своем руле. Ты увидишь глаз, просто к зеркалу подойди. Но это не магика. Это магия будет, если нагнешься, развернешься и увидишь глаз. Это вот магия. Магика, а не магия. Сука такая. Магия, ну, по трусам играем. По трусам. Вообще. Может, по уле, точнее. По трусам играем. По трусам глаз откроется. Вот это магия. Да. Ну мы, конечно, эту хуйню разрулили, молодцы. Там кто-то потерял. Я вам дал время на
загрипать и пробить первую цель, да? Хотело там 20 секунд вроде было. Они, короче, мне дали... Да у нас урона вообще. Они, короче, дали эфир, развернули меня жопой и просто шокнули. Вот, я три доски есть. Показали магию. Это висело три дотки. Палец ШПшки по 7 косарей тикал. Да мне ж тебе, у меня на прошлой неделе то же самое. Только, блядь, законтролят, все, в спину насуют, нахуй, два удара. А там получилось так, развернулась сразу стан. Все, то даже то, что я снял эфир, не помогло. Не феряйте, Шакула, не феряйте. Пизда. Нам уже можно его, моего. Ну что, топор, будем, да? Давайте вот. Топор. Лягушку украли, блядь. Сука. Вчера топор выпал. Не факт, что ты его заберешь. Да. Там есть Галина с 80к или сколько там у нее. У Пети 90. Кстати, Саш, потому что после рейда... Не, у Галины, конечно, и больше, чем у меня, но... У Галины 96. Да, но готова ли Галина полностью все сливать ради топора? Я точно не готов. Ради выбора этого не сделала, ради... забыла. Да выбор голова такой. Там мне не хватало. А что Галина больше не Нет, у Сацуна. Андрюх, зай Инар по братику, пожалуйста. И Катя, ты тоже, вон прыгает, братик, вверх. Возле креста. Ну, я прыгаю на месте, да. Кстати, да, Галина, еще два бурста, не в пенек, вот. Классная тема. Рога, блин. А почему урон никто не линкнул по пеньку? Я смотрел, я лично смотрел этот пенек, там что... сайса столько на дамажной, и у РДДшника, у каждого РДДшника не больше 150. Должен был косарь, да. Саша всех простил. Лунтик. Он сказал, в другой раз. Это последний раз, когда я прощаю. Да. Добрый папочка. Пиздец. Вова, прыгай. Вова, прыгай в танка дальше. Тоже. Мы слышали уже давно. И на Ковада. Петя, Вова, Андрюха в танка. И еще один человек танка нужен будет. FDK, пускай он нормальные мечары ловить. Это его любимое занятие. Наш котенок. Да ладно, ничего не надо с этого. Скажите, что там упало? Топор. Отлично. Топор? О, наконец-то. Вставайте. Это хорошо. Это за меня скоро. Сегодня, блядь, кастеры будут рвать. Неважно, кто сколько поставит, я ставлю на 5 косарей больше. Вся логика, вся арифметика. А теперь верни нам, пожалуйста, назад нашего скибиди в нашу пачку. Да, сейчас верну. ДД не нужен? Так, буквально. О, Паша пришел. Сейчас? Паша пришел.